Ребятушки, вы же себе так головы проломите. А вот вы лучше усаживайтесь поудобнее, я вам сказку расскажу. Веселую. Нет, я знаю, ничего не перепутаю. У кого склероз? Ты с кем разговариваешь? Вот и помолчи. Кто гунявый? Кто гундосый? Помолчи, я сказал. Сам ты сукин сын. Ну вот, ага. Жили-были мужик с бабою. С бабою? Нет, он с бабою жил. Потому что у него такая ориентация была. Да, это давно было. Ну вот, ага, жили они не то, жили, песни пели, да плясали в присядку. Нет, в критические дни тоже. С крылышками. Помолчи, я сказал. Жили-были мужик с бабой, и было у них 3 сына-богатыря. Почему не было? Не прокормишь? А было их 2 сына, и 1 дочь, она мало ела. Старший умный был детина, средний был и так, и сяк, а девочка вовсе была дурой. Что-то нехорошо получилось насчет девочки. А было у них 2 дочери-красавицы и 1 сын. И вот кто-то повадился ходить к ним по ночам. Нет, нет, не к дочерям. Кто-то повадился ходить к ним по ночам пшеницу воровать. Да, остальное все разворовали уже. Помолчи, каторжанин. Про что мы сейчас? А, и вот, значит, как-то курочка у них снесла яичко. Да непростое. Нет, нет, не с сальмонеллой, не с пестицидом, без бешенства. Золотое. Мышка бежала, хвостиком махнула. Кому-никому. Нет, не на шухере. Помолчи, не доводи меня. Жили-были мужик с бабой, понял? Было у их 2 дочери-красавицы. И 1 сын дурак дураком. Вроде тебя. Нет, нет, он потом царем не станет. Что на Руси? Заведено, что царем обязательно дурак становится? А этот не станет так дураком и помрет. Жили-были мужик с бабою со своею. Со своею. Он со своею жил. Ну и что, что кругом порнография? А у нас сказка веселая, вот он и жил со своею. А что плохого-то? Что одно и то же? Какую оскомину? Помолчи, я кому говорю. Жили-были мужик с бабою. Не надо мне подсказывать, я знаю, что сейчас не принято говорить мужик, что он меня учить будет. Жили-были 1 господин с 1 бабою. Нет, с 1. Нет, не с 2, с 1. Ну все, я тебя предупреждал по-хорошему. Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец.